22 июня, ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Война началась на рассвете, чтоб больше народа убить. Спали родители, спали их дети, когда стали Киев бомбить. Врагов шли большие лавины, их не было сил удержать. Как в земли вступили родной Украины, то стали людей убивать. За землю родной батьковщины поднялся украинский народ. На бой уходили все-все мужчины, сжигая свой дом и завод. На бой уходили все-все мужчины, сжигая свой дом и завод.